Теперь он отходит ко дну. Семья его нищая вышла.
кто на улице, он забухал, проклиная судьбу. Видя просвета в кромешном угаре, все больше невинных людей кончает собой. Что еще хуже, рожают на свет ненормальных детей. Жизнь полицейского государства. Жизнь полицейского государства. Жизнь полицейского государства. Политика ради законов, когда политика ради насилия средств. По ночам мечтают, что делать протест, а? Делай, что хочешь, не имея места. Делай ради протеста. Делай, что хочешь, будь как есть. Революция рядом, революция здесь. Кухит поет два и берегут сил и трава. Зря не шумят и не портят лес. Но иногда найдется вдруг чудак. Этот чудак все сделает не так. И его костер взовьется до небес. Thank you.
ровно шагай, без оглядки вперед. Земля давно ждет, из лесу вышла мама-волчица. ОМОНу снимем форму, отправим обучать простому народу. Утро зайдет за кровавой зарей, свобода любой ценой. Хватит терпеть, здесь люд голодный, раздаться клич вместе народный. У меня есть еще пули в нагане, окончится, забью вас ногами. Жди, пока в дверь постучат, перед фактом молчит депутат. Говорим всегда прямо, поэтому не пьян. Куда ни плюнь, одни политики и аристократы. Породистые суки, шакалы в законе, откармливают свои морды, заебись.
превратился Мексиканский залив. Жизнь и мальчество над природой, давно пора держать ответ. Пусть подумают эти уроды, какой оставят в этом мире след. Чем жить на коленях? Так и Мирил Запада говорил своим братьям, Бог с нами. Мы чем-то закончится кровью у свободных родителей, свободные дети. Зовет тебя военкомат, тебе он очень сильно рад. Ты перспективный призывник, ты очень хочешь окрасить, хочешь форму ты носить. За очередные поджоги автомобилей в Москве ответственность на себя взяли анархисты. На этот раз речь идет о поджоге полицейских автомобилей. В Троицке сгорело еще две милицейские машины. Как раз уже вот о них анархисты написали в своем блоге. Взяли ответственность, выложили видео по сетевому признаку организованной группы. Они берут на себя ответственность, выступают под неким брендом. Под акциями прямого действия мы понимаем все, что наносит непосредственный ущерб структурам власти и структурам эксплуатации. Мы – часть народа. И хотим мы совсем простых вещей – свободы, личного достоинства и справедливости. На самом деле у нас нет какой бы то ни было четкой организации, имеющей свое название, устав и тому подобное. Есть коллектив сайта, объединенный общими целями. А кроме нас существует еще целая сеть анархистских групп и отдельных людей, которые ведут борьбу радикальными методами. Никаких вождей у нас нет. Таким образом мы осуществляем принцип прямой демократии в нашей собственной деятельности. По правилам игра. Да!
будет круче, чем вчера. Прорвемся, ответь опера. Прорвемся, опера. Sotto inquieta la tormenta dai polmoni della terra, nella valle del contrario di una malcelata guerra. Vecchio odore nelle mani di digiuno, affari spenti, figlio di un ultimo ballo che il dolore non cancellerà. Радикальными пойдем путями, зашибуем дерево гвоздями, все дороги поперекрываем, трактора и пилы повзрываем. Нет империям, нет полиции, разрушим тюрьмы, сломаем решетки, как когда-то делал Махно, как когда-то учил Кропоткин. Пока не прошли твои лучшие годы, зажгись огнем революционным ради будущей свободы. Стань сейчас запрещенным. Если песня сердца наши трогает, пламя бунта в руках у нас, значит вместе мы сможем многое. Революция сейчас. И спорить некогда, жизнь задает вопросы, нам отступать нельзя, ведь мы единороссы. И в достижении цели жизнь всегда права. Мы верим в тебя, единая Россия. We'll be right back.
Как только возможно, развивайся духовно, следи за здоровьем. Пойми, враги не сдадутся без боя. Максимально готовься к подполью, чтоб однажды вдруг став незаконно суметь побороть обывательский страх. Чтоб не умолять на коленях, а как можно увереннее стоять на ногах. Все, что нужно партизану, лишь бензин и стеклотара. Эй, 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 Молотов коктейль, бешеная